Привет! Что, на третьей неделе карантина уже не знаете, чем занять свой рот? Вы обратились по адресу. Как ни крути. Чипсы, сухарики, попкорн — это все, конечно, хорошо, но не полезно. Поэтому сегодня разнообразим. Польза, сытность и хрумкость. Так пойдет. Поехали! Попкорн, конечно, бывает разным. Как насчет вариации из нута? Ну, нут — бобовые, которые используются в хумусе и фалафеле. Ну а в данном случае 150 грамм сухого нута заливаем водой, фильтрованной, конечно, добавляем 1 столовую ложку соды и оставляем на ночь. Ну или как минимум часов на 8. За это время он разбухнет, сольете воду, нальете другую и варите до готовности. Только в данном случае лучше слегка не доварить. Откидываем на дуршлаг, даем воде хорошо стечь и перекидываете на противень. Как-то все долго, да? Замачивать, варить, ночь, пару часов, непонятно что. Но есть альтернатива. Вы можете купить уже готовый консервированный нут. Кстати, отличный способ проверить, в цивилизации ли вы живете. Поищите на полках вместе с горошком, фасолью, что там еще есть, с бобовыми. Если найдете такую банку, значит вам повезло. Не то чтобы мы в цивилизации, но потихонечку уже, видите, движемся. Да, его варить не нужно. Просто сливаете жидкость, промываете и сразу на противень. Вымоченный и сваренный нут, либо же консервированный, поливаем оливковым маслом. Немного, буквально 2 столовые ложки. Ну а теперь займемся вкусом. 2 чайные ложки паприки, 1 чайную ложку соли, пол чайной ложки сухого чеснока, 2 чайные ложки сухой петрушки, либо же других сухих трав на выбор. Если мы говорим о вкусе, то это, конечно, СМЧП, 1 пакетик, помол мелкий. Если любите, можете добавить карри. Принцип вы поняли. Больше специй. Перемешиваем специи до однородности и высыпаем на противень сверху нута. Перемешиваем лопаткой, подкидываем все вверх и отправляем в духовку. Она, конечно, разогрета уже до 200 градусов Цельсия. Противень оставляем там на 30-40 минут. Спустя половину прошедшего времени откроем духовку и слегка перемешаем. Подавайте порционно в чашке, миске, либо же в бумажном пакетике для семечек. Самое главное в таком снеке – не пересушить. Потому что, когда вы достанете его из духовки… Хрустко. Они высохнут еще больше. Я имею в виду эти… попкорины. Ну а вкус уже зависит от специй. Рецепт я вам дал, а дальше фантазируйте. Увидимся.